Приветствуем вас, дорогие гости! К нам всех вас пингвинчик сегодня просим. Сегодня праздник непростой, сегодня почемучек выпускной. Подождите хоть немножко, ну еще хотя бы час. Прошлое хотим вернуться, помочь попросим вас. Хорошо, давайте вспомним, как 5 лет назад вы пришли в детский сад малышами. Тяжко жить на свете, мелкому бутузу. Щелкают по попе и щекотят пузо. Кормят манной кашей, на горшок сажают. И, похоже, вовсе нас не уважают. Не берут на ручки, а нам нужна забота. Убегают рано утром на работу. Не дают компьютер за шнуры полапать. Вот сейчас я сморщусь и как буду плакать. На горшочке я сижу и плачу. На горшке я сижу. Что за неудача? Не хочу я в садик твой. К маме я хочу домой. И зачем такая травма? На работе нашу маму. Все равно хочу домой. К маме. Миленькой, родной. С игрушками решил я пошептаться, ведь нам пора настало распрощаться. Нет, я играть совсем не перестану, но все же реже школьником ведь стану. На часах поет кукушка, говорит, пора прощаться. До свидания, игрушки, жалко с вами расставаться. Запустили наши куклы, запустили мишки. Нам теперь нужны тетрадки, ручки, книжки. Мы сейчас в последний раз пригласим на танец вас. Дружно с ними ты играйте.
свиданием. Да! До свидания, до свидания. Да! Сейчас считаем. Раз, два, три. Шарик дошкольного детства неси. Считаем до трех.